сегодня был на празднике 4 года проекту «Активный гражданин». Набрал там разную кучу подарков. Выиграл целую кучу призов. Всевозможных, которые давали магниты, значки. Вот такие вот значки тоже. Вот. Проект мэра Москвы. Совместная акция у них была. Ну, еще там были вот такие замечательные рюкзачки. Теперь у меня пара рюкзаков. Также проходил конкурс и выиграл вот такую вот вещь. Понятия не имею, что это, но уже интересно. Ну, это как бы ручка, понятно. Ага, плед. Ну, тоже неплохо. Вот такой вот плед с вышивкой. Также на этом празднике для детей было много всевозможных конкурсов. Куча разной литературы для разукрашивания, для творчества. Альбомы для рисования там всякие. Сказки. Много бесплатных книжек по проекте. О том, как это все работает. Иллюстрированные книги неплохие. Такого плана разукрашки. И вот такие вот для заметок. Как пользоваться инструкцией по порталу «Активный гражданин», как пользоваться в городе многими различными сайтами городскими. Я думаю, жене тоже будет интересно. Вот, в принципе, как бы и все. Всем спасибо, всем пока.